скучал по династии Абрамсон. Всем привет, дорогие друзья, с вами Косяжи Коплей. И мы с вами продолжаем играть в Sims 4, это династия Абрамсон. И я наконец-то вернулся в нее, наконец-то у меня руки дошли, потому что меня давно здесь не было. Я так соскучился по этой семейке и снова готов с вами играть в этом семействе. Наши сейчас Асуна разминаются на беговой дорожке, потому что вы мне пишете чуть ли не каждый день о том, что Асуне нужно похудеть. Я не думаю, что она прям такая толстая. Да, у нее, конечно, тут, смотрите, такие прям объемные формы, скажем так. Посмотрите, господи, какой же у нее бампер огромный. Но все-таки я решил немножечко ей как бы снизить эту как бы полноту, поэтому она сейчас у нас бегает. Вот, и смотрите, кто здесь, Лаверн де Монфор. Я так скучал по тебе, ты наш Лаверн. Бакстера, конечно, у нас уже нету. А как там? Как там наша мелкая? Где она там? Она вообще должна была кушать. Ты вообще покушала? Да, она покушала. А почему эта миска здесь лежит? Так, ты у нас случайно кушать не хочешь с пола? Хочешь кушать? Давай, есть запеканку так. А это мы выкинем в мусорку и получим за это денежки. У нас 12 тысяч миллионов, я сейчас коплю деньги на новый дом, потому что я хочу со временем уже как бы... Пока что мне его хватает, но когда наша все-таки Грета уже вырастет, я планирую купить уже нормальный... То есть даже не купить, а построить нормальный дом, чтобы нам всем хватало места в нем. Все, она разминку там провела, надеюсь. Да, уже сходила в туалет. И теперь нужно тебе еще физические упражнения на выносливость, и потом примешь душ. Да, может здесь принять душ. Давайте примешь душ с паром. Хотя, на размышление. Давайте на размышление. На размышление это будет самое такое хорошее, потому что мы рисуем картины, и нам это необходимо. Так, ты чё грустишь? Ты чё грустишь? Карапуз, Руби, не грусти, все хорошо. А где Лаверн? Лаверн, а, вот он ты где. Вот он. Ползет твоя, смотри, Руби ползет к тебе. Давайте она погладит его. Потом другие действия, дружелюбно подражать будет. Потом еще одни действия, гладить и уход за питомцем, пусть... А, позвать только? Блин, так действий мало с тоддлером, это как-то печально. И когда она у нас потискает нашего кота, она у нас будет, наверное, развивать какие-то навыки. Какие навыки нам нужно развивать? Передвижение у нее скоро четвертый, вау. Это хорошо, общение у нее почти второй. И нужно будет, наверное, все-таки ей на размышление. Да, вообще нужно еще горшок, и как там у нее с горшком? Но пока с горшком все хорошо, нужно будет, чтобы Асуна с нее сводила на горшок, чтобы она ее приучала горшку. Она, наверное, поскладывает формы. Вот. А у тебя там как? Тебе нужно тоже общаться. Тебе не хватает общения, тебе нужно больше, больше общаться. У тебя только 7 уровень навыки общения, это как-то плохо. Ты же можешь кому-нибудь позвонить? Маркусу ты можешь позвонить. Давайте возьмешь и... Так, прояснись участок. А почему не можем позвонить, поговорить? А, вот поболтать. Руби и Лаверн теперь друзья. Да неужели? Не прошло и года. Вы должны были быть уже давно друзьями. Вот, что я хотел сказать. Еще нам нужно не забывать размышлять лягушек. Потому что нам нужны деньги. Вот. И нужно будет жизненные цели их выполнять. Но сейчас там, как там у нее жизненная цель? Я что-то уже не помню, какие там, что ей нужно. Так, пусть ребенок получит пятерку. А, пятерку нужно ждать. Окей. Максимально разовьет один навык. Один навык, это получается у нас общение нужно развить. Но это, думаю, не проблема. Ну, слушайте. Я думаю, что она теперь чувствует себя намного лучше. Вроде немножечко похудее стала. Мне кажется, по-моему, похудее стала. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Потому что вы все пишете, опять же, то, что она толстая. Но вроде худая. Не знаю, посмотрим. Как там у нее с горшком? Она пока не хочет, да? Почему ты не хочешь? Почему ты не хочешь на горшок? Почему? Давайте будем рисовать реалистичное, классическое. Давайте по фотографии. Все говорят, по фотографии самая такая дорогая. Поэтому давайте нарисуем по фотографии. Вот. А что это такое? Здесь сохранится во время фотографии. А, фотографирование. Я думаю, что это такое? Что это за низяном? И что бы мне сфотографировать в этой комнате? Я не знаю. Давайте цветок сфотографируем. Вот так. Красивый пейзаж. Нарисуем цветок. Все, отлично. Готов. Хм. Пусть рисует, короче, получается, как она, не ведро, бочку, бочку с цветами. А Юджин у нас на работе, бедно, он спать хочет, устал. Как там у него? Но у него все, видите, хорошо. Только, конечно, он изучать соперников должен лучше. Вот. Но я думаю, что в этом проблемы никакой не составит. Мы все-таки как бы сейчас выспимся, потом мы изучим соперников. И на следующий день мы уже будем как огурчики все знать. Ну да, в принципе, как раз у нас четверг, свободный день.
И в четверг он спокойно изучит соперников, и все будет хорошо. Нужно будет еще не забывать заниматься тем, что качать мышцы. Потому что нужно достичь максимального физического потенциала. Это очень сложно. То есть, вот я понял, что вот эта жизненная цель самая сложная. Потому что это реально очень долго достигается. Не знаю. Как вы думаете? Я что-то как-то заметил то, что это реально долго. И у меня здесь все, смотрите, какое-то темное стало. Ну, по идее, виноград растет, потому что у нас осень, сезонность. И мы теперь зарабатываем хорошие деньги, потому что виноград растет. Это классно. Лаверн, ты что здесь делаешь? А, в мячик играется. Уйди, лапа. Лапа. Кто скучал по котику? Кто скучал вообще по династии? Вы все скучали, потому что вы пишете, вы мне в личку пишете, вы в группе пишете, вы везде пишете то, что Женя, где династия? Все, возвращайтесь на династию, я тоже возвращаюсь на канал, поэтому не переживайте больше. Можете не писать таких сообщений. Ну что, ты наигралась уже, все? Наигралась? Пойди, вот, давай ты у нас с этим поиграешься. Полепечешь. Вот, и узнать, что это и что это. Три раза. А мама сейчас твоя дорисует картину и будет тебя приучить горшку. Потому что тебе нужно учиться ходить на горшок. Достигнуть второй уровень навыки общения. О, общение, это неплохо. Асун заканчивает. Шедевр, наконец-то, люди, шедевр! Охренеть! Наконец-то мы нарисовали Вот, я вот только недавно в серии говорил то, что у нас навык уже получается какой там, седьмой? Продать? Да, продать, конечно, продать. То есть у нас навык где? Фотографии. Вот, рисование. Седьмой, и мы шедевры не рисовали. Это первый наш шедевр. Охренеть. Давай ты у нас возьмешь еще одну картину нарисуешь. Она же все-таки ходила в душ. Что-то как-то странно. Ну ладно, давайте возьмем, нарисуем еще одну реалистичную картину. Нереалистичную, по фотографии. По фотографии. Где фотография? Фотография. Фотография. Тра-та-та-та-та. Кто знает эту песню? И куда ты пошла? Куда, куда? Смотреть. Теперь ты пошла смотреть. Не надо на маму смотреть. Ой, что ж... Давайте нарисуем наши тренажеры. Почему бы и нет? Вот так. Все. Что бы мы только с вами не рисовали. И цветы, и тренажеры. Давай ты нас еще возьмешь, обнимешь. Узнаешь, что это. И полепечешь еще немножко. И нужно будет, наверное, тебе подсказывать еще немножко формы. Просто я хочу, чтобы у нас, естественно, нужда хотя бы наполовину упала. И таким образом мы тогда спокойно уже прокачаем... Навык будем качать быстрее. Ты у нас спишь? Да, она у нас уснула. Как у нее с домашкой? Она домашку, по-моему, не выполнила, да? Домашняя работа. Да, нужно выполнить домашнюю работу. И ничего. Думаю, не так уж страшно. Пусть она у нас немножко... А, она у нас... Смотрите, она у нас уже поспала так неплохо. Поэтому я думаю, что после сна пусть она запишет что-нибудь в дневник. То есть, может быть, что-то ей классное приснилось, не знаю. Вот, потом ты делаешь домашнее задание, и можешь потом поиграть с куклой. Увлеченно играть? Окей. Все-таки ты взяла куклу, значит, ты хочешь поиграть в нее? Поэтому поиграешь, не переживай. Атя, так быстро поиграла уже с этим? Как это, медведь, единорог. Что за денек? Юджин возвращается с работы, заработав 462 симолеона. Да, конечно, это маленькие деньги, как у нас там с садом. Ухаживать за... Давайте поухаживаем за садом и потом пойдем спать. Ты у нас не голоден? Нет, вроде не голоден, он сходит в туалет после сада и пойдет спать. Отдыхай. Завтра у тебя выходной, поэтому завтра ты уже будешь туда заниматься, я думаю, тем, что будешь качать свои мышцы, а сегодня уж ты уже будешь этим заниматься. Спать будешь, короче, вот. Давайте продадим. Вот видите, 200, 200 всего лишь за картину, это плохо. 295. Вот шедевр, конечно, круто продавать. Знаете, что я хочу? Я хочу сводить ее на горшок. Горшку Руби приучать. Руби, просыпайся. Просыпайся. Вставай. Когда приучишь горшку, нужно будет, чтобы ты прочитал ей на ночь. Так, прочитать на ночь Руби. А у тебя как? Ты доделала домашнее задание? А, нет. Она только дописала, получается, в дневник то, что она там писала. У нее, по-моему, уже максимальный уровень сада, да? Вроде как. Нет еще. Да блин, ну осталось тут чуть-чуть. 1%. 1% осталось. Юджин, нельзя было добить уже тебе 1%. В чем проблема? Нет, нужно было 1% оставить на потом. Типа, потом я доделаю уже, типа, все дела в саду. Ну, классно. Что могу сказать? Все. Сидит, обучает ее. Ну, неплохо.
Кстати, нужно вообще куда-то отправляться, куда-то путешествовать. Что-то я вообще дома сижу и дома сижу. Пишите в комментариях, куда можно отправиться. Пока я вспомнил. Нужно будет заменить лоток, чтобы был хороший, нормальный тот лазерный. Все-таки вы мне писали о том, что лазерный намного лучше функционирует. Поэтому мы сейчас его и поставим. Только где он? Лазерный вот. Он стоит 400, ни хрена себе. Ну ладно, зато он будет нормально функционировать. Все. Отлично. С Лаверном хочешь пообщаться? Лаверн, ты что тут делаешь? Лаверн, иди вон к Гретте. Гретта хочет с тобой поиграться. Господи, такие звуки. Ну молодец, с облегчением тебя, Руби. Нужно обнять. Расчесать. Слушайте, а если поговорить? Мы же, по идее, если будем разговаривать, то, по идее, мы должны прокачивать навык общения. Это будет хорошо. Уйти, какая милота. Блин. Нужно это фотографировать. Нужно это фотографировать. Потому что что-то вообще мы забыли фотографировать. Все. Иди укладывай спать. И вообще нужно еще убрать будет тебе лоток. Лоток. Сейчас, блин, горшок детский назвать лотком. Просто, Женя, ты гениален. Ты просто гениален вообще. Лоток. Нормально. Все, читай сказку. Убирай горшок. И... Че вы все засрали? Че вы все засрали? Так, господи. Примешь горячий душ с паром и отправишься тоже спать. Все у нас грязно. Завтра, короче, у нас день будет уборки. Потому что у нас все грязно. Так, давай ты у нас возьмешь и сходишь тоже в туалет. Господи, что я камеру сильно кручу. И пойдешь спать тоже. Вот. Что там тебе нужно сделать? Тебе нужно завести друга, подругу навек. Навек, да? Это какая у нас стадия? Вторая. Четвертая, говорю, господи, уже все, уже мозг отказывает мне. Подружиться с тремя детьми, подружиться с двумя взрослыми, тащить 10 уровень, навыки общения. Вот, как раз можно в следующей серии отправиться на общественный какой-то участок, например, какой-то парк, и там познакомиться с детьми, потому что здесь я как бы не встречаю детей, а на общественном участке, то бишь в парке, там у нас есть же эти всякие, как они... штуки, где, типа, дети играются, вот там можно и познакомиться с другими людьми. Что у нас ожидается? Мороз? А, я думал, снег. Ну, мороз, ну да, как бы уже осень, морозно, холодно и все такое. Почему она не помылась опять? В чем проблема? Почему она от меня действия помыться? Что-то она вообще, она игнорирует мои, понимаете, действия принять ванну. Я не знаю, почему так происходит, это очень странно. Еще у нее какое-то напряжение под давлением. Голова персонажа по имени Асуна напоминает чайник. Она небольшая, крепкая и кипящая. А из-за чего? Может быть, из-за того, что она грязная? Это очень странно. Ну, давай мойся. Господи. Вот Симы реально у меня как маленькие дети. Нужен глаз да глаз. О! Какашки были уничтожены. Та-да-да-дан. Все, потом идешь спать. Неужели она сейчас помоется? Ну как там? Общение. Давайте посмотрим. Развивалось у нас вообще общение, когда мы с игрушкой разговаривали? Да, развивалось. 42%. Это хорошо. Поэтому, если не будет персонажей поблизости, мы будем разговаривать с игрушкой. У нас наступил праздник урожая. Не знаю, будем мы его выполнять или нет. Что это такое? Украсить. А почему уже засчиталось, типа? Я же купил только... Я только коробку приобрел, поставил ее домой, и уже засчиталось. Странно. Давай ты возьмешь у нас, починишь эту штуку. А потом пойдешь покушаешь. Быстро перекусить, готовить, приготовить. Нет, приготовим законные блюда, это потом. Давайте откроем и покушаем запеканку так. И нужно будет, наверное, тебе изучать соперников. Как раз сразу двух зайцев убьешь. О, молодец, починил. Асуна, как там наша спит еще? Да, наша Асуна спит. Еще нужно покормить ребенка, потому что наша Гретта. Ой, Руби. Я уже путаю их. Руби у нас уже тоже проголодалась. Общайся с игрушкой. Скажите секрет. Спросите про. Пангею какую-то. Не знаю, что это такое. Про прошлое, может, спросить. Ободрить. И еще можно вообразить доисторический мир. Мягкая игрушка, дикий эстонский пушок. Вот это да. И потом мы пойдем покушаем. Покушаем запеканку. Ой, слушайте, смотрите, вдохновение она получила. Старший лучший друг. Приятные моменты с мягкими игрушками вдохновляют персонажей. О, как это мило. Слушайте, давайте у нас Асуна уже, наверное, проснется. И тоже обрадуется, что у нас праздник! Праздник урожая! Ура! И потом возьмешь, быстро почистишь. Руби очень голодна. Не забывайте ее кормить, а то ее заберут. Не заберут, Руби. Что это за звук? Что это за звук был? А это, наверное, эти появились, да? Как их там? Гномы. Да, гномы появились, смотрите.
Ну, здравствуйте. Как вы знаете, гномов лучше не тревожить, а то им они тебе пипец устроят. Поэтому будем их задабривать, не будем их трогать, их как-то обижать, потому что это будет пипец. Ну, слушайте, знаете, что я еще хочу? Я хочу, чтобы она взяла нашу Руби. Руби и посадила сюда. Посадить сюда Руби. Дать напиток Руби. Яблочный сок. И дать еду Руби. Она у нас покушает, так, бутерброд с арахисовым маслом и желе. Вот, отлично. Что-то там домыла уже? Давай, домывай быстро уже. И корми ребенка. Потом тебе нужно посмотреть телевизор тоже. Будет. Он изучил соперников, надеюсь. 25% всего лишь. Он сидит уже тут, наверное, час по симовскому времени. До сих пор изучает их. Офигеть, как долго. Так, что-то ты как-то реально долго. Не знаю, почему так долго изучение соперников происходит. Еще нужно будет не забыть приготовить нам классный ужин. Потому что все-таки у нас мероприятие. Не нужно его просрать, так сказать. Вот. Все, закрываем эти все уведомления. Я не люблю, когда уведомления куча. Давай еду, и потом сама возьмешь, покушаешь, возьмешь запеканку. А чё, все? Закончилась запеканка? Нет, еще есть запеканка. В чем проблема? Почему ты ее не хочешь брать? Возьми тогда порцию. А еду взять порцию. Возьми порцию и смотри фильм. Все. Вот так. А Юджин сейчас у нас будет украшать дом и заниматься физическими упражнениями, потому что чтобы он уже их накачал мышцы себе. Давайте возьмем. Повесить украшения. Ну и как у нас там украшения? Какие? Ну, слушайте, неплохо. Красиво. Мне нравится. Музычка, ты что-то как-то запоздала немножечко. По идее, она должна была быть раньше, но она только сейчас появилась. Странно. Иди занимайся. Так. Тренироваться с тяжелыми грузами. Давайте разминку сделаем. И потом... Нет, потом мы сделаем после разминки еще действие. Это кто уже нагадил тут? Это нагадила Руби. Тебе вообще лучше бы тебе не мыть, потому что у тебя как бы не должно быть хороших манер. Успокоить гнома, дать игрушку, дать кофе, дать куб будущего, дать пирог, дать салат, дать фруктовый торт. И смотреть, петь вместе. О, эти песенки эти. Не плачь, не плачь, не плачь. Сейчас тебя сюда придет и снимет. Так, давай там уже как-то доедай уже свою запеканку. Учить строить башни, в чем проблема? Ты, мама... Ты будешь ребенка своего изучать или нет? Мама вообще не хочет с ребенком заниматься. Это как понимать вообще? Как понимать? Время игрушек. От велосипедов и поездов до видеоигр. Были бы еще эти велосипеды в Sims 4, было бы вообще прекрасно. Или вообще какие-то машины хотя бы. Ну, типа, играем. Потом обнять. И нужно пообщаться. Так, рассказать секрет. Спросить про Пангею. Опять. Про прошлое. И вот это узнаем. И давайте еще вот это вот. Нужно уже прокачать ей до 8 уровня навык общения. Достигнуть 4 уровня навыки передвижения. Ну хоть что-то мы с ней прокачаем. А ты там качай свои мышцы. Что там у нас с садом? Давайте посмотрим. С садом. У нас тут все поспело, слушайте. Вот это возьмем. Продадим. О, 1445. Охренеть. Продадим, конечно же. Продадим массово все это. И поухаживаем за садом. После того, как, конечно же, он у нас все это, в принципе, с вами сделает. Ты еще занимаешься? Давай быстрее занимайся. Приходи в форму уже, давай. Фух-фух-фух-фух-фух. Давай-давай-давай-давай. Ну ладно, я думаю, хватит. Он так сегодня уже целый день занимается на этих тренажерах. Целое утро, а не целый день. Чтобы нарастить как можно больше мышц, нужно тренироваться регулярно. Ну, спасибо, Sims. Спасибо. Я уже каждый день тренируюсь и до сих пор не могу... как-то нарастить мышцы. Это очень странно. Вот и навык мы достигли 10 уровня. Юджин идеальный садовод. Он может покупать комплекты редких семян, каждый из которых содержит одно из самых дорогих и элитных растений. Слушайте, заинтересовали, Растение пока не требует ухода. Ты уверен в этом? Ну ладно. Он все продал? Да, тут все продал, а вот это почему-то не зацепил. Давайте мы что-нибудь с ними сделаем. Давайте успокоить. Дадим игрушку. Дети могут взаимодействовать с ними, тоддлеры? Что это? Давайте она будет просто так ходить по ним. Что это? Что это? Не знаю. Пусть так будет. Ты что-то сегодня не в духе вообще. Что с тобой происходит? Почему ты вечно сердитая какая-то? А это чего даже? А, болезнь. Чё, блин, ты серьезно, болезнь? Нужно купить лекарство. А вот за какой шиш мы купим? Даже не за какой шиш, а как мы купим лекарство, я даже не знаю, потому что у нас нет компьютера. Интересно, можно купить
Вот так. О! Задобрили. Мы молодцы. Что здесь? Задумайтесь над благами, которые у вас уже есть. Неизвестно, что принесет завтрашний день. А как это делать? Это надо, наверное, на персонажа или на нее нужно тыкнуть? Как это делается вообще? Наверное, на нее нужно тыкнуть. Да подожди, ты куда ты пошла? В туалет она пошла. Деловая какая. Так, тут у нас вроде никакого действия нет. Значит, все-таки нужно на другом персонажа тыкнуть. Наконец-то я приготовлю нормальную индейку. Не из тофу, потому что я, получается, во времена года в летсплей всегда готовил из тофу, потому что у меня... как бы и девушка, и мужчина, они вегетарианцы. И, конечно, тяжко было наблюдать за этим, как они едят вегетарианские блюда. Ну, а теперь, наконец-то, мы сможем приготовить нормальную, такую золотистой корочкой индейку просто. Гномы дали семена. Слушайте, семена ему нужны? Забавно. Оказывается, гномы еще какую-то нам делают доброту. Это классно. Ну, потому что мы, наверное, их же успокоили. Давайте дадим салат. Дадим салат, а ты у нас тоже возьмешь и дашь фруктовый торт. Вот. Выполняйте эти все традиции. Что... Ой, господи, что ты сделал с этой столешницей? Чего она такая грязная? После того, как ты приготовишь ужин, почистишь столешницу. Ну, эта шапка меня убивает. Которая, блин, просто даже уши не закрывает. Ну, как так можно было разработчикам сделать? Просто, ну как так? Почему она не закрывает уши, разработчики? Вы что, серьезно? Что ребенок должен мерзнуть? Ужас. Просто ужас. Ну? Давай. Дала салат. И чё? О! А чё он загорелся красным? Что это такое? Как-то... Ему что-то не понравилось. Давайте попросим прощения. Попроси прощения у гнома. Ой, она в туалет хочет. У него тоже не получилось. Слушайте, одна основа у нас хорошо выполнила эту традицию. Давайте попросим прощения. О! Что? 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 Охренеть! Моего ребенка током шандарахнуло! Охренеть! Вы что, издеваетесь, гномы? Что с вы своими персонажами делаете? Я же попросил прощения, в чем проблема? Как-то гномы вообще озверели. Ужас. Это задобренный гном. Пипец, вы что творите? Петь вместе. Давайте попросим прощения еще раз. Успокойся. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, сейчас опять Нет, давайте я больше этого делать не буду. Потому что сейчас как убьет его током, и будет вообще шикарно. Мальчики, не убить цепцы огромные, охренеть. Охренеть. Какой же он накачанный стал, пипец, посмотрите. И все равно потенциал мы не развиваем, ну как так-то? Уберем. Что это за бред такой? А ты можешь как-то задобрить? Давайте будем петь вместе. Maisy Grove. Втроем. Пусть они попоют песенку, может быть хотя бы песенка их развеселит. Они еще и предметы сломали мне. Да вы че издеваетесь? Ах, вы жопы такие. Потом помоешь. Ну что сказать? Давай ты будешь чинить приемник. Чини. Только ты у нас мастер на все руки. Они нас простят или нет? Ну как-то не сложилось. Давайте попросим прощения. А что, мне понравилось, что мы дали им салат и фруктовый торт? Так. Ну чё? Да вы чё, издеваетесь? Уйдите его в жопу, господи. Засранцы какие, вы посмотрите. Давайте пригласим всех на... Уже ужин? Да, традиция выполнена, это самое главное. Не хотят, короче, нас слушаться, понимаете? Не хотят. Ну и насрать на них. Не хотят, так не хотят. Все. Ты починил там приемник? Давай чини быстрее уже. Разберешь на детали. Вот, а можно их как-то... Их нельзя, кстати, даже как-то переместить. Печально, я бы их продал. Я бы их, знаете, жестоко продал бы и все. Давай, выброси. И нужно взять порцию. Блин, нужно купить телефон, хотел сказать. Нужно купить компьютер, потому что очень-очень-очень необходим компьютер. Потому что мне нужно купить, например, лекарства, а я не могу их купить из-за того, что у меня нет компьютера. Вот что мне здесь остается делать? Ничего, она болеет у нас. Потом разберем тоже на детали это все. Или кухню нужно размножать. Ну все, я, в принципе, сегодня всю традицию выполнил. То есть всех типа задобрил. Наших гномов, которые просто нас током шандарахали. Засранцы такие. Просто.
И наш Лаверн решил появляться в мусоре. Молодец, Лаверн. И еще думает о сокровищах. Прекрасно. Прекрасно, Лаверн. Ты просто могёшь. Конечно, мы не выполнили вот эту вот традицию. Я не знаю, что это, как это делается. Ну ладно, думаю, не так уж и страшно. А тебе бы не следовало бы переодеться. Давайте сменить одежду на повседневную такой наряд. А то меня раздражает то, что все грязное. Ой, грязное. То, что находит в этой одежде. Поиграем, обнимем и будем разговаривать с игрушкой. Будем разговаривать, общаться, потому что нужно повышать уже навык общения. Ну, блин, чуть-чуть осталось. Давай уже прокачай его. Ну, вроде Асуна похудела. Да, она похудела, смотрите. Она вроде такая маленькая стала, миниатюрная. И, думаю, будем закругляться. Вот такая вот получилась у нас долгая серия. Давно не было династий. Я думаю, что я вас порадовал династией. Потому что, опять же, повторюсь, было очень много комментариев. И я рад, то, что я вернулся в это семейство. То, что я для вас записал серию, потому что было неожиданно то, что меня 3 раза ударило током. Спасибо, гномы. Это было реально неожиданно. Но ничего страшного. Главное, что не убил, это самое главное. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. А всем огромное спасибо за просмотр. Всем до встреч и всем пока.